Приветствую, коллеги! Ассаламу алейкум! Мирному вашему! Мы начинаем сегодняшний мастер-класс, который посвящен тому, как найти описание и расположение команды на файловой системе Linux. Если вы на месте, если вы готовы, пожалуйста, напишите плюс в чат, проверка связи, мимими, ну или в комментарии, а я буду начинать. Для тех, кто меня не знает, давайте знакомиться. Меня зовут Константин Герасименко, я сертифицированный инструктор Академии ЦИСКО и Linux Professional Института, кандидат технических наук по специальности информационной технологии. Ну а здесь я представляю университет CDCOM, где мы помогаем студентам начать IT-карьеру, IT-специалистам повысить квалификацию, повысить экспертность и зарабатывать больше, а компаниям найти высококвалифицированные кадры. Мастер-классы – это новый формат обучения, основанный на принципе learning by doing, обучение на практике, ну или практическое обучение. Соответственно, коллегам буду все рассказывать, показывать, объяснять, демонстрировать. Ваша задача за мной все повторить. Как результат, у вас появятся вот те самые знания, умения и навыки, которые вы сможете продать работодателю, зарабатывать больше, ну и вообще изменить свою жизнь к лучшему, к стабильному, прогнозируемому лучшему. Поэтому, коллеги, присоединяйтесь. Итак, что вам понадобится для успешного выполнения сегодняшнего мастер-класса? Вам понадобится статья из нашего блога. Я специально для вас написал эту статью. Ссылку на нее вы найдете в описании под этим видео, в комментарии. Поэтому переходите, и вы сможете не всматриваться в видео, а банально можно будет сделать Ctrl-C, Ctrl-V, и у вас 100% все получится. Ну и второй важный момент. Нам понадобится Linux. Вам понадобится Linux. Вот, пожалуйста, у меня есть Linux, и мы будем в нем выполнять все вот эти действия. Итак, поехали, коллеги. Что важно? Важно, вот бывает такое, что вы что-то там ковыряете, что-то нужно узнать, и вот есть у вас команда какая-то, и возникает вопрос, а что это за команда, откуда она взялась, где она вообще находится? Если к ней ман-страница там, да, и можно ли ее как-то почитать? Поэтому, вот, собственно, сегодня мы и узнаем, как найти описание и расположение команды на файловой системе Linux. Итак, поехали. Движемся вперед. Начинаем с того, что, ну, по очереди. Начнем с команды what is. Итак, полезная команда what is позволяет показать короткое однострочное описание соответствующей команды, которая вас интересует. Итак, пишем what is, ну, а дальше команда, которая вас интересует. Ну, например, locate. Locate, я вот не знаю, где находится locate, что это такое вообще, да. Пишем locate, и что мы видим? Мы видим, что это команда find a file as by name, да, то есть вот сразу и описание, вот, да, то есть что это такое. Дальше есть опция вот is минус L, которая может показать более детально это все дело. Ну, конкретно здесь в локейте это не очень, скажем так, проявляется, да, но тем не менее. Locate, так, значит, MC давайте посмотрим. Visual Shell for Unix, да, Systems, да. То есть вот можно таким образом это дело все смотреть. Итак, коллеги, у кого получилось разобраться с what is, как у меня, пожалуйста, напишите единицу в чат, в комментарии. Это означает, что вы супер-пупер, молодец. Движемся дальше. Следующая команда, которую мы должны с вами освоить, это apropos. С помощью этой команды вы также можете узнать название и описание каких-то ключевых слов того, что вы, собственно, ищете. Итак, поехали. Пишем так, apropos. Ну, а дальше, например, what is. Да, я хочу узнать больше про what is. Итак, вводим, и, пожалуйста, тоже можно таким образом узнать, что это такое Display Inline Manual Page Description. Да? То есть, очень здорово на самом деле там. Да? Дальше, Locate. Тоже, вот смотрите, по Locate здесь много всего, но, тем не менее, поиск вот такой вот работает, и вы можете это дело тоже вот так вот этим делом всем. Так, еще раз Locate. Значит, здесь достаточно много в локейте выводится, да, apropos locate. Поэтому делаем вертикальный слэш и перенаправляем в less. И, пожалуйста, теперь я могу здесь поискать, что там у меня локейтится, да, locate lignit memory, locate character in string, find file by name, locate character, print allocated string, ну и так дальше, да, то есть вот, пожалуйста,
Ну что, удобно, да? То есть вы вот таким образом можете поискать, что такое локейт, откуда это дело тоже взялось. Значит, что важно? То, что бывает, ну, тоже есть опция минус L, значит, которая покажет более детальное описание. Значит, минус L, да, вот так вот. Less, ну, по сути, то же самое выведет нам описание. Ну что, здорово. Итак, коллеги, как получилось с опросом, пожалуйста, напишите цифру 2 в чат. Это означает, что вы супер молодец. Ну, а мы движемся дальше. Да, есть еще полезная опция минус I, которая позволяет выводить только точные ключевые слова, когда у вас точно идут совпадения, да, то есть вот мы, например, искали locate, и здесь locate есть, то есть поиск проходил не только по команде, это левая строка, да, а еще и вот по описанию поиск проходит. Так вот, с опцией минус и вы можете выводить полные совпадения, да, то есть только те будут выводиться команды, где есть полное совпадение, ну, например, locate. Значит, apropos минус и locate. И, соответственно, вот, пожалуйста, у меня есть точное совпадение. То, что точное, то и вывелось, да. Но, тем не менее, да, вот, соответственно, вот locate. BLK ID, index, rindex, riz, ну и так дальше, да. То есть, вот, пожалуйста. Ну, тем не менее, это сократило существенно, скажем так, вывод. И вы теперь точно, ну, наверняка увидите то, что вы искали. Итак, движемся дальше. Найти расположение файлов, ну или команды, да, то есть вот мы с описанием разобрались, коллеги, теперь давайте поищем, где же что находится, та или иная команда. Итак, для этого мы воспользуемся командой type, соответственно, она укажет, что это такое, да, и куда путь, где же эта самая команда находится. Итак, поехали, пишем type, а дальше locate. Locate. И, пожалуйста, вот locate is located, locate is USR bin locate, да, то есть где это дело все находится. Ну что, здорово, да? Значит, что интересно, то, что может так быть, что вы напишите type и попадете на alias. На alias. Вот, например, type grep, да, если я напишу type grep, то я попадаю на alias. То есть grep is aliased to, да, и вот, пожалуйста, у меня это псевдоним. Соответственно, что важно? Возникает вопрос, а куда же этот псевдоним ведет? Ну, для того, чтобы узнать, куда ведет псевдоним, то, соответственно, есть команда alias, которая позволяет нам отобразить все наши псевдонимы в системе, и, соответственно, дальше мы можем узнать, что это такое, да, то есть у меня grep. Это grep минус color, да, но все равно мы так не узнали, вот, но тем не менее, да, значит, вот мы узнали, что это вот псевдоним, и вот так вот это дело все здесь скрывается. Ну вот еще один пример, значит, давайте делаем type AA, а у меня он не стоит, да, то есть мы это не узнали, да, но тем не менее, тоже вот так можно это дело расковырять, коллеги, да, вот куда что идет. Итак, движемся дальше, да, цифра 4, если у вас получилось с тайпом, как у меня, ну, а мы переходим дальше, к utility which. Итак, утилита which помогает найти абсолютный путь к нужной нам команде. Итак, пишем which. Ну, а дальше нашу команду locate, locate. И, пожалуйста, вот она мне отобразила, да, usr bin locate. Дальше which grep, да. И, пожалуйста, вот grep тоже мы, как говорится, добрались. usr bin grep находится вот по этому адресу. Дальше есть опция минус a, которая позволяет показать файлы, если они хранятся в нескольких каталогах. Итак, which locate, например, тот же самый, да. И что я which locate, locate, да, вот он, пожалуйста, да. Ну, с опцией минус a, оказывается, locate хранится, видите, в нескольких местах. usr bin и bin. Вот, дальше which минус a. Grep, да, давайте посмотрим. Вот grep тоже хранится в нескольких местах, и мы это тоже с вами все выяснили. Итак, коллеги, у кого получилось разобраться с switch'ем, как у меня, пожалуйста, цифра 5 в чат. Вы супер-пупер молодец.
Соответственно, нормально, как говорится, ищем, где что находится. Итак, движемся дальше. Ну а дальше у нас команда Where is. Соответственно, с помощью этой команды мы можем точно так же найти, где же находится наш бинарный файл. Ну и, что интересно, еще показывает, где находится man-страница. Итак, давайте делать Where is. Ну а здесь пишем Locate. Locate. Ну и вот, пожалуйста, я вижу, что Locate находится USR bin Locate. Вот. Ну и, соответственно, man страницы тоже здесь, вот где они там хранятся. Да? Так, это библиотека какая-то. Ну вот, man страница здесь. Итак, еще один пример. Where is grep? Grep, да? И, соответственно, вот по grep-у тоже мы нашли то, что мы искали, да, то есть где находятся наши файлы, по какому адресу все это дело находится, тоже все нашли. Итак, коллеги, ну что, у меня все получилось. Пожалуйста, отпишитесь в комментарии, ну или в чате, какими командами вы пользуетесь для поиска нужной команды, описание этой команды на вашем Linux. Ну а если для вас был полезен сегодняшний мастер-класс, оцените его лайком, нравликом, подобайкой, ну или просто поставьте палец вверх. Ну а если для вас интересна тема Linux, сетей, кибербезопасности, программируемых систем, коллеги, мы вас приглашаем к нам на курсы, где вы сможете систематизировать все ваши знания, разложить по полочке, вот так вот все проделать в формате Learning by Doing, где все всегда у вас будет получаться. На выходе у вас будут международные сертификаты, и что важно, мы помогаем с трудоустройством в большие международные компании. Поэтому подавайте заявочки, присоединяйтесь и будем двигаться вперед. Ну а на этом все. Ассаламу алейкум, мир дому вашему. Берегите себя, своих близких, несите тяготы друг друга. Помните, коллеги, что сила в единстве. Поэтому если у вас что-либо не получается, то, пожалуйста, пишите, звоните, заходите. Все, что в наших силах, вся наша команда будет вам помогать. На этом все. До свидания.